Говорящий попугай. Ух, диковинная птица, наслаждайся, не зевай, завтра слог не повторится. Наслаждайся тут теперь, и нечаянное счастье приоткроет в радость дверь и рассеется ненастье. Почему мы не живем, пребывая повсеместно? То ли в будущем плывем, то ли в прошлом неуместно. Как понять, что хорошо только тут, в моменте этом? Прошлое уже прошло, будущего просто нету. Но не слушая совет, мы смещаемся бесшумно. В завтрашний росток рассвет, раны прошлого бездумно раздираем до крови, увлекаясь тем процессом. Там уже не до любви, там затянуто абсцессом. Воспаленная душа не находит подтверждения в том, что жить сюда пришла, проходить свои мгновения в счастье, а не в суете. Восхищаться тем сюжетом, что вокруг тебя везде, в песне, льющемся куплете, может быть наоборот. Где привыкли мы к упрямству, только я и мой оплот, мы не связаны с пространством. Мой чертог и мой удел, и тоска моя, и вьюга, пробил час и передел, вдруг проситься стал в подруги. Передел и пересчет света, тьмы, зимы и лета, жизнь, что ручейком течет от заката до рассвета. И пока не обретешь состояние принятий, дальше просто не уйдешь из рутинности объятий. Оксана Камяна, 2023 год.